В рамках проектов «Городская среда» и жители МКД, одинцовские единороссы и активисты-молодогвардейцы наградили победителя конкурса «Лучший дом, лучший двор». Конкурс проходил по всей стране по инициативе «Единой России». Его главная цель – повысить качество руководства многоквартирными домами и эффективность работы управляющих организаций. В номинации «Лучшая практика работы Совета МКД» победил дом номер один на Кутузовской улице. Он разделил первое место с домами из Уфы и Рязани. Победителей конкурса выбирали народным онлайн-голосованием.